Значит, как правило, как все начинается? Один разговаривает, и если разговор пошел не так, как они хотели бы, да и даже, может быть, и не в этом дело, просто хотели поглумиться и побить человека. Один отвлекает внимание, начинает разговаривать. Оп, мы начинаем с ним беседовать, что-то там говорить. А второй в это время бьет. Бам! И человек от неожиданности падает. Дальше его либо ограбили, либо еще попинали и ушли. То есть люди сбросили свое напряжение и довольны убежали. Значит, так чтобы этого не получилось, нам надо всегда понимать, когда человек начинает с вами разговаривать, а их двое или трое, то нужно первое, что всегда сдерживать дистанцию, чтобы она была на вытянутые руки. Это раз. Во-вторых, смотреть периферийным зрением, то есть невнимательно слушать, что он говорит, это не нужно делать вообще. К вам подошли для того, чтобы вас грохнуть, а не для того, чтобы с вами там вести полемику о научных исследованиях. Поэтому смотрим периферийным зрением. Когда он начинает со мной говорить, я смотрю периферийное зрение, вижу его, вдруг идет удар. Раз. Что произошло? Срабатывает инстинкт. Первое. Инстинкт. Удар. Хоп. Это обычное явление для каждого человека. Раз. Хоп. Теперь этот инстинкт нужно перевести в рефлекс. Хоп. И вот на этом замахе, продолжая, не останавливая, мы прям бьем предплечьем в голову. Обратите внимание. Удар происходит по кругу, не боковым, там, не кулаком, потому что если человек не подготовлен, то обязательно травмирует руку. И чтобы не травмировать руку, а удар был эффективнее, чем кулаком, нужно бить предплечьем. Очень мощное сотрясение. Дальше. Как только мы его сбили, он упал. Ни секунды не теряя, потому что там тоже мозг работает и видит, что происходит не то, как запланировано. Поэтому здесь какая-то есть пауза. И чтобы эту паузу не дать перевести в боевое действие с его стороны, мы сами его бэм, наносим удар в пах, бьем по затылку и уходим. Посмотри, дядечка. Ну что, попался на двухстопе. Ситуация следующая. Нападает человек, находящийся с другой стороны. Итак, работаем. Оп! Что мы с вами сделали? То же самое, отклонившись, убрали руку. И дальше, поворотом на ноге, наносим удар в шею. Человек ушел. Далее. Нога заряжена для удара. Наносим удар в пах, и тут же ударом по затылку, и уходим.